Добрый день! Вас приветствует воспитатель средней группы детского сада 133 Казанцева Елена Геннадьевна. Сегодня я хочу вам рассказать о дистанционных мероприятиях, проводимых в период самоизоляции. Было проведено много разнообразных онлайн-занятий. Например, занятие «Веселый ежик» с использованием нетрадиционных техник. Детям очень понравилось, они с удовольствием выполняли задания, потом присылали нам свои работы. Детям запомнилось и очень понравилось занятие про Чебурашку. Мы пели песню про крокодила Гену и его друга. И работы у нас получились замечательные. Многие семьи приняли участие в акции «Окна России». В акции «Здоровая и полезная пища» принимали участие и дети, и взрослые, а потом с удовольствием кушали эту пищу. Очень интересно прошел конкурс среди родителей «Наши руки не знают скуки». Кто-то вязал, кто-то шил для куколок одежду. И потом присылали нам фотографии. Дети с удовольствием играли с такими куклами в новых нарядах. Мы знаем, что руки нужно мыть очень тщательно и очень чисто. Водичка, водичка. Мой мыльничка. Чтобы краски блестели. Сапчочки для снеги. Водичка, водичка, мой малютика, чтоб снега сорокал. Покусал на супок. Раз, два, три, четыре, пять. Будем ручки вытирать. Станут платики сухие и чистыми. Почему дедуля? У тебя слеза. Почему дедуля прячет глаза? Кто тебя обидел? Можешь рассказать? На тебя будут драться, воевать. Внучек, дорогая, нет, не плачь. Просто вспоминаю о былых боях. Мы знаем, как нужно переходить дорогу. По зебре! Правильно, по пешеходному переходу. Идем, нужно крепко держать взрослого за руку. Правильно? Идем медленно, не торопимся. Мы все делаем правильно. А вы? А вы? Мы пристегиваем детей в машине. А вы? Наши воспитанники вместе с родителями приняли активное участие в конкурсе «Дары осени». Посмотрите, как здорово у них получилось. Также мы провели социальный опрос. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, нужно ли носить маски в период пандемии? Да, я считаю, необходимо носить маски, потому что это моя безопасность и безопасность окружающих людей. Это гражданская ответственность каждого человека. Спасибо большое. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, нужно ли носить маски в период пандемии? Считаю, что нужно. А для чего? Чтобы себя защищать, защищать своих близких, ну и всех окружающих тоже, беречь. Спасибо большое. Угу.